Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M15. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства, как в таком случае сбросить его и все настройки. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. Для этого мы зажимаем кнопочку питания и уменьшение громкости. Держим так до момента, пока экран не погаснет. Как только экран погас, отпускаем кнопочку уменьшения громкости и зажимаем увеличение громкости. А кнопочку питания продолжаем держать. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в режим Recovery. Здесь мы выбираем Web Data Factory Reset. Далее выбираем Factory Data Reset. И нажимаем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.